На центральной улице поселка Бычиха в аварии пострадали два человека, в том числе 10-летняя девочка. Она ехала пассажиром на мопеде, которым управлял знакомый ее родителей. Перевозя ребенка, 54-летний владелец Honda Dio пренебрег, пожалуй, всеми мерами безопасности и здравым смыслом. Во-первых, водитель скутера был не слишком внимательным при выезде на главную дорогу. Это было следствием состояния шофера. Сельчанин сел за руль мопеда нетрезвым, что подтвердило аппаратное освидетельствование. Во-вторых, мужчина даже не потрудился защитить девочку с помощью шлема. Учитывая, что оба наездника были без амуниции, не угрожающие жизни травмы можно считать чудом. О том, что мужчина и девочка пережили мощный удар, можно судить по повреждениям иномарки, в которую врезался скутер. У Ниссана АД оказалась изрядно смята передняя часть. 35-летний автолюбитель направлялся в сторону села Казакевичево. Выехавшую с прилегающей территории Хонду мужчина увидел слишком поздно, когда на спасительные маневры не было ни времени, ни расстояния. В больницу попал и водитель скутера, у него зафиксирован перелом ноги, и школьница. У девочки разбит лоб. С места происшествия Денис Коршунов, Татьяна Шамбурова и Александр Савчук.